Во Владивостоке в микрорайоне Патрокол общественные наблюдатели посетили строительную площадку будущей школы. Они осмотрели строящиеся корпуса и задали интересующие вопросы представителям подрядной организации, которая выступает группа компаний «Альянс». Весь каркас здания готов. Сейчас идут кровельные работы. Учебный корпус находится на завершающей стадии. Осталась одна секция. Главный корпус идут фасадные работы. По учебному корпусу фасадные работы тоже выполнены на 60%. Активно идут работы по монтажу электроснабжения внутреннего и слаботочных сетей. Мы завершаем подключение последней сети соединения с городом. Все внутриплощадочные сети на сегодняшний день смонтированы. Я думаю, что к концу года, если позволит погода, мы освоим большой объем по благоустройству. Отметим, строительство идет под постоянным контролем сотрудников городской администрации. Фиксируется регулярное отставание от установленных сроков. В связи с этим к подрядной организации применены штрафные санкции на общую сумму более 563 миллионов рублей. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.